Итак, продолжим. Привариваем наши ступеньки к центральной трубе снизу вверх. Сначала, естественно, крепежный фланец. Ступеньки я обвариваю в следующем порядке. Изнутри боковые стороны, затем снаружи по диаметру трубы, как вы только что видели, а после этого наружные боковые стороны. Для правильного углового положения следующей ступеньки используем простенький кондуктор, чтобы выдержать минимальную ширину ступени по строительному ходу на определенном расстоянии от центральной трубы. Вот эти размеры. Они постоянны вне зависимости от диаметра лестницы. Положение каждой последующей ступеньки отмеряем от одной базы, в нашем случае это верх трубы, чтобы избежать накапливаемой погрешности. Вот чертеж данной лестницы и кодовые требования по высоте ступеней и высоте прохода для тех, кого это интересует. Не забываем проверять перпендикулярность ступеньки по отношению к центральной трубе.
После того, как все ступеньки приварены, отмечаем положение платформы. Но приварим ее чуть-чуть попозже, после того, как закроем верх трубы декоративной крышкой и зачистим наждаком. Если приварить ее сразу, то она будет ограничивать полный оборот лестницы на стойках, а специально самим усложнять себе жизнь нам ни к чему. Привариваем сферический колпачок, ну или просто плоский пятак, у кого что есть. Теперь мы зачистим этот шов, а также наружные боковые швы на ступеньках. Некоторые могут сказать: «Зачем же ты содрал шов и ослабил конструкцию?» Не волнуйтесь, внутренних швов более чем достаточно. Теперь сделаем нашу платформу из уголка 50 мм толщиной 3 мм. Нарежем все заготовки и заранее просверлим крепежные отверстия, чтобы потом не мучиться с ручной дрелью. Данная платформа представляет собой открытую раму, которая при монтаже лестницы будет зашиваться такими же синтетическими досками, как и веранда, для которой делается эта лестница. Используем временные распорки, чтобы зафиксировать остальные три угла платформы. Мы их уберем в самом конце изготовления лестницы.
Временно наживляем столб на платформе, наживляем его со смещением. Вот это окончательное положение столба. Делаем это для того, чтобы было к чему зафиксировать конец поручня с трубцины, выдержав наружный диаметр лестницы.